Чикибамбони. Я даже представляться не буду и задам тебе сразу встречный вопрос. Знали ли вы, что Моргенштерн украл трек? А знаете у кого? Лил Моргана, АК Миха Сибирьков. Вы мне сразу скажете, анималик, what the fuck? Кто это такой? Школьник утверждает, что Моргенштерн украл у него трек «Красное вино». И потом в описании пишет, что это... Рофу. То есть, он просто тупо всех наебал! Обманул. Ну давайте же посмотрим это самое видео. Давайте? Давайте. Какие-то сопли висят на башке. Ну, типичный хайповый пацан. Всем привет. Я думаю, вы знаете, кто это. Конечно, кстати, потому что если бы не знали, то вы бы не смотрели это видео. Я бы с радостью хотел не смотреть это видео, но... Давайте перейдем к делу. Он украл у меня трек. Да ладно! Послушайте вот его часть. Я люблю вино смелым. Что в маленьком ребенке и мальчишки, и девчонки есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило должен... И мою часть. Я люблю вино смелым, делает оно. Пью его, бля, каждый день почти его черт. Я люблю вино, сука, красное вино. И пошел гулять, и мне так хорошо. Хорошая музыка, только что-то кровь идет. Вы понимаете, если слушаете в наушниках, он взял свой голос, перевел полностью на левое ухо. What the fuck? Что-то похожее, правда? Конечно, правда. Вот дата выхода моего трека. И дата выхода его альбома, в котором, собственно, вышел этот трек. Если вы не знали, то недавно, 5 лет назад, был такой же инцидент. То, что некий Томас говорит... Моргенштерн украл у меня трек Хью Хафнер. На самом деле, он сам признался, что это было все ради хайпа, и он просто тупо взял сниппет трека Хью Хафнер, который был выложен очень давно. Взял припев, сделал трек и выложил его. А когда Моргенштерн выложил официальный трек свой, он выложил свое видео, то, что он украл трек. И он также поступил, но у Томаса были серьезные пруфы. То есть есть такая штука, как код элемента. То есть ты когда... Короче, с помощью его можно изменить любую цифру на сайте, на любом. И можно было бы сделать так, что этот трек вышел 5 лет назад, или через 10 лет назад, или what the fuck. Он этого не показал, показал только скриншоты. Дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын, мы жарим картошку. На чем я могу смело? На чем я могу смело? Тут показан, естественно, школьник, у которого маленький маленький запас слов, и он запинается, как и я. Основываться. Пускай будет основываться. На чем я могу смело основаться? Что он украл у меня трек. И, конечно же, я бы не снимал видео, если бы это не был очень хайповый повод. Так что... Самое интересное. Я просто украл его сниппеты из Инстаграма, так что... Да ладно! Хотя, вы сравните часть вот этого вот чувачка. Так, сейчас, блядь, я буду здесь читать. И мою часть. Лил Моргана влез на фит, будет рэп ебать. И это правда похоже, так что я думаю, что все-таки они немножко вдохновились. Это шедевр! Так что Моргенштерна мы не обвиняем, но все же мы же знаем, что это мой трек, что я первый его придумал.
Всем пока, слушайте легендарную пыль и идите спать. Да, он тут же сам признался, они... это похвально, но не похвально то, что он хотел прославиться или пропиариться тем, то, что он всех наврал. Всем наврал. А потом сам говорит то, что он его украл сам. Во-первых, да, у Моргенштерна во время стрима был перерыв. Один день. Где Томас сам говорит то, что он слушал треки ноунеймов. И какого черта? What the fuck? Сдался этот Моргенштерн, этот школьник. Сдался вообще кто-то Моргенштерну. Ему, в принципе, плевать. Типа, неужели он такой бездарность? Да, он бездарность, но он не до такой степени, чтобы воровать треки у школьников, у тупых школьников. Это лично мое мнение. И как занимается музыкой и видеоблогингом. Занимается музыкой и видеоблогингом уже несколько лет. И да, вдохновляться. Откуда еще вдохновляться? Конечно же, от школьников. Чувак снимает на фоне тигра. Он как будто Макс плюс 100-500. What the fuck? Ладно, всем пока, как говорится. Эх, что там говорят. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пацан, который я обозревал, пожалуйста, не обижайся. Можешь записать на меня дисс, но не обижайся. Это все типа правду я сказал. Мне не понравилось. Бан!